Ну, дефицит бензина у нас возможен по той причине, что в нашей стране возможно все. Например, при огромных ценах на бензин у нас могут быть, ну, в смысле, при огромных ценах на нефть, да, у нас могут быть огромные цены на бензин. Там растет цена нефти, подорожает бензин, падает цена нефти, дорожает бензин. Ну, для нас это вполне нормальная такая ситуация. Мы живем в России, для нас это нормально.